Донбасский рок, Донбасский рок, Донбасский рок. Владимир Суслов пишет военные песни с 1986 года. Когда служил в Афганистане, начал исполнять песни других авторов, а потом писать свои. Сейчас Владимир – участник СВО, но заниматься музыкой не перестал. Он и еще два автора-исполнителя пришли на встречу с семьями ветеранов специальной военной операции, чтобы пообщаться, поддержать их и исполнить свои песни. Для меня всегда эти встречи были важны. Как с молодым поколением, так и со взрослым поколением. И мне очень близка эта тема, в том числе и часть моего творчества, большая часть, она посвящена войне и, собственно, людям, которые, не только войне, но людям прежде всего, которые в этой войне участвовали, и, соответственно, их родителям, детям. Такие встречи регулярно организовывают члены Государственного фонда «Защитники Отечества». В этот раз они собрали гостей в рамках проекта «Наша семья – наша победа». В филиале фонда проходят летние приемы семей военнослужащих с мастер-классами, играми, концертами. Члены фонда «Защитники Отечества» оказывают помощь ветеранам СВО, уволенным с военной службы и семьям погибших. Это и медицинская, и юридическая помощь, социальная адаптация и реабилитация. Социальный координатор курирует каждую семью. Мы хотим, потому что каждого, наверное, окутать этой заботой, этим вниманием, этой поддержкой. Отклик всегда очень положительный. Нам семьи всегда говорят, что они не успевают даже приходить на наши концерты, потому что их очень много. И каждому нравится моральная поддержка в первую очередь. На концерт пришла жена погибшего участника СВО Анастасия Голик. Рассказывает, ее муж погиб в последний день пасхальной недели в 2023 году. Сын также отправился в зону боевых действий, но, к счастью, вернулся домой. Меня это поддерживает очень сильно и не дает остаться один на один со своей болью. Если честно, это очень вытягивает с этих дум различных. Я обычно как бы даже не успеваю зарегистрироваться, но наши кураторы, они как-то где-то билеты достают или что-то говорят, вот сегодня там будет концерт или там через какое-то время в другое месте, и мы ходим. Фонд «Защитники Отечества» совместно с авторами-исполнителями примет участие в фестивале «На Грушинской волне», который пройдет 6 и 7 июля. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.